С вами канал Улица Москвы. Мы на улице Юлиана Семенова в московском районе Солнцево. Здесь у нас новые микрорайоны возводятся. Если, как понимаю, луч у нас, да, вот этот вот лучи или как его. Туда прямо будет железнодорожная платформа Нового Переделкино. А в ту сторону улица Авиаторов. Пойдем тогда туда, наверное. Все строится. Наверное, были какие-то раньше эти производственные территории, вон здание там видно, 69-й год. Это в ту сторону будет станция метро Солнцево. Так, а 518 автобус, я как раз на нем приехал, он, получается, здесь делает петельку такую, как я понимаю. А я еще сначала, мне показалось, что я вообще не туда заехал, если честно. Так вот. Здесь двухсторонняя. Ну ладно, мы Переделкино побываем, наверное, когда будем на Родниково или как вот там улица. Тоже все новые абсолютно дома. Значит. Солнце разрастается на юго-восток в направлении Киевского шоссе.